Мы готовимся к эпохальному событию в Кремле. К эпохальному. Не-не-не. Здесь разрешают. Да? Да. Кто пристегнет, того гаштраф берут. Ёшкин кот. Слушай, мы через президентский въезд. Конечно, я же тебя предупреждал. Это не просто так. Да. Это легкий налет аристократического пафоса. Подожди, если Владимира Владимировича нет, у нас с тобой прекрасная возможность охватить власть, побаррикадировавшись в кабинете. А. Россияне, соотечественники. Я перед зеркалом репетировал ночь и спал, ёпт. Слушай, я очкую. Исторический момент. Слушай, что же они чувствуют, а? Да нет, они уже ничего не чувствуют. Я не верю. Это не я. Это мое эго. Союз нерушимый, голодных и вшивых, сходил он навеки. Димка, а все-таки мы живем в самой лучшей стране. Что ни говори, пошли все подонки в задницу. Моя страна и родина самая лучшая, у нас самые красивые женщины. Они все дрочат от зависти. Истощают у себя приступами подросткового анонизма. Великая Русь. Будущий полковник. Когда второго народ проголосует о нас, и мы уедем уже официально куда? На белом коне. На двух. На колени, подонки. Курилы еще. Что-то бросил мне. Я вам дам, блядь. 3-го числа.